Эх, успел, успел, молодец. Умер, но успел. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига IP, Данил Топ, Серёжна. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы Серёга поиграл за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника». Хорошо. Дробовиком в живот и сразу получи убийство. Так отскочили пули от меня. Это рикошет, да? Нифига себе, у тебя что, пузо из там, из титана? Нет, просто наелся на этот Новый год оливье. Че там, нормально все? Давайте закроем здесь, я знаю, Серёг... О, надо прямо на эту штуковину нажимать. Так, здесь нельзя. Здесь нельзя. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать всякие интересные режимы, которые вам нравятся. Одна из них, самая топовая на канале. Так, я слышу, Серега перевоплотился вроде бы в другого, да? Да. А сколько вас там? У тебя, Серега, этот, раздвоение личности, или, наверное, даже не расстроение. Сколько вас там личности в тебе сидит? 250, а, не, 27 личностей. Нифига себе, ты неадекватный. Я с дурки сбежал, 54 номером. Так, заходи. Опа, вовремя зашли, так, тихонечко. Осторожно, он может нас замочить. Посиди там, подумай над своим поведением. Он там? Ой, убил кого-то. Хорошо, что я закрыл того челика там. Слышишь, слышишь? Тихо, тихо. Не открывай только, пожалуйста. Кто ты такой? А чё он говорит? Чё ты мне покажешь? Чё там, дробашом в голову или как? Погнал. Осторожно. Ой. Ой. Красавчик. А ты попал по нему? Да, вроде да. Эх, успел, успел, молодец. Умер, но успел. Слышишь? На. Красавчик. Что такое, Серега? Ты кинул гранату мимо меня. Так, больно в ноге, я сейчас возьму другое оружие. Чтобы было больно не только в ноге, а еще и в голове. Мой любимый дробаш. Наверное, даже, да, это он. Нет, это вообще не дробаш. Подождите, это другой пак надо. Вот он. Очень жестко, как плетка бьет. Тихо, я его боюсь все равно. Сыкотно как-то. Забегай, забегай! Эх, я успел ноги придавить! Ну блин! Молодец, молодец, Серега, замочил. Я запомнил твое лицо. И ржет еще. Хорошо, давай. Испоганься. Ого, у меня тут балунбой. Слышите? Смеется тот, кто смеется последний. Так, подождите, у нас есть такой дробаш. Поярче вариант. Вот он за дверью. Тихо, не открывай. Четко? Э, ты чё ржёшь? Где он? Так, я его слышу. Костяшками ходит своими по полу. Эх, впустил его! Зачем ты дверь открыл, если он за тобой бежал? Ты такой опытный, как мои тапочки.
Ах ты жопа морская! Это ты что, нам засаду сделал, что ли? Да. Слышишь? Засаду, мы тебя сейчас обоссым. Ой, этот, мы сейчас тебя будем мочить. Давай, пожалуйста, выноси, у него осталось не так уж и много. Ага. Сейчас, подожди, я сейчас возьму оружку, а потом зайду. Ты думаешь, я все... Так, ребята, у нас есть... А что у нас есть? У нас есть миниган. Ты слышишь, взял другого, у тебя жизни полная. Эх, жопа морская. Медленная кабака. Медленная кабака? То у тебя жизни много. Ой, я слышу, мочит его. Ого. Ого, я его на пальце кручу красиво. Ночной режим нормально лупашит. Слышь, ты что, убил нашего? Красивая тварь. Надо нам скачать, короче, на огнеметы. Или есть у нас огнеметы? Я вроде помню, есть. Нету? О, у нас есть вот такая пушка. Колобушка. Вот говно, неумеха. Аж нога застряла в стене. Ну да, это ж умный человек так всегда делает. Не, он меня убьет, меня не подпустит даже. Все-таки попробую. О, кстати, вышел уже новый пак серии SM3, да? Надо снять рубрику «Тестируем новое оружие». Слышь ты? Ого, папачка. А сколько у тебя жизни отнялось? 500. 500 жизни мало, давай хотя бы 601. Нет, 599 лучше. О! Это будет норм. На. Ого. Умный человек. Так, до двери не подходим. Слышь, ты откуда появилась, а вылупился ты? А, ты невидимка пришел. Сейчас мы тебе невидимку сделаем, жди. Какой-то неадекватный аниматроник, дай нам немножко повыживать. Выживайте. А как? Знаете бы, какое оружие было бы, если бы такая бы, знаешь, была электродубинка. Бьешь, и в это время тебя бьет током, и ты не можешь двигаться. Может, такое есть уже? Есть. Есть, да? О, Серега, я вспомнил, какое оружие надо взять. А где ты? Хелокаешь. Халока. Ну и что? И что, халока, ты тут будешь делать теперь? Скромник, ты где? Чик скром, кто там? Нига. Факин чеп. Я разморозил его. Бегу. Так, засада, засада. Блин, не при... Вот просто чуть-чуть доли миллиметра надо было левее взять. Как у тебя не ты воспользовался моим страхом, чтобы убить меня. Так этот засранец тебе и мне жизнь портил. И вот я его и взял. Попался. Где он? Где он? Там сидит? А я его убил. А, ты его убил? А чем ты стрелял? А, кстати, я когда его замораживаю и размораживаю, у него 100 хп становится. А где ты? А где Серега? Он, короче, под землей провалился. Он взял, который может ходить там, в полах. Слышишь этот звук конченый? Стремновато. Он тут. Я его слышу по звуку, он тут где-то. Слышишь? Как дети кричат. Хай. Там, блин! Слышь, ты из Крима Кидалова. Прикольно, вот этот классный, мне понравился. Закрывайте калитки, он же неадекватный, опять придет. Я уже внутри. Каким образом ты это сделала? Фирмы.
Так, я пошел. Я вспомнил, у меня молоко убежало. Так его у тебя и не было. А, да? Значит, пойду поставлю, чтоб побежало. Блин, далеко идти. Слышно его? Да. На подкрадулях. Где ты, Сереженька? Ищи меня. А в пиццерии где ты? Нет, я летаю в новом клипе. А чё? Читер, я ж читер вонючий. Убил нашего! Чуть тебя расстрелять не могу. А где он? Потом, что же против него? Серёжка, ты где? Как открыть? Чё, не работает что ли? Ах ты, блин! А ты как-то узнал, что я тут? Потому что ты сказал долго идти, я понял куда. Я вместо. Нельзя идти долго, иди быстро. Это ты долго шел. Ты нажал всю такую эту кнопку, я хотел нажать и тебя замочить. Кнопку тебе, я вас замочил. Ты думал, меня переиграешь? Конечно. Ну Серега, ну не убивай. Почему? Ну почему? Бегите, глупцы! Вам всем идет смерть. Серега, я сейчас могу сделать, чтобы все живые останутся. Ты что не умираешь? Че у тебя жизни много? Мы тебя убьем! Блин, ну почему я не могу попасть? Ты такой конченый. Знаешь, как его победить? Как? Я хочу, чтоб я живой остался. Понимаешь? Слышь, ты опять нажал эту кнопку? Нет, я хочу тебя все-таки убить. Нет. Да. Нет, нечестно. Да, я хочу тебя убить. А потом уже будем разговаривать с тобой по-другому. Дат. Поймал. Поймал? Да. А где он? Где он? А где он? Он там сидит. Да, я иду к нему, я иду. Слышь, ты задрал. Эй! Он меня заморозил. Нельзя, нельзя. Ну блин! Ура! Наконец-то, Серега, мы тебя заморозили. Ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!